Уважаемые партнеры, добрый день! Рада вас приветствовать на сегодняшнем нашем вебинаре. Вижу, что уже многие к восприятию или восприниманию, или к услышанию, или к фиксированию следующих фокусов каталога уже готовы. Ну а для того, чтобы я могла спокойно начинать нашу с вами встречу, я хотела бы, чтобы вы написали в чате, как хорошо вы меня слышите. Возможно, мне надо сделать потише, а возможно, мне надо сделать погромче. Напишите, пожалуйста, в чате. Отлично. Ну, а если бы... Отлично, хорошо. А если бы вот это была 12-бальная система оценивания, поставьте оценку по звуку. Как хорошо вы меня слышите. Ну что, хорошо, спасибо, спасибо. Отлично, 10. Ну что, все, тогда мы уже с вами, если вдруг кто-то будет подключаться и будет плохо слышать, я думаю, что, друзья, вы будете корректировать чат, а на вопросы, на все я, конечно же, смогу ответить непосредственно когда? В конце мероприятия нашего. Итак, с вами Надежда Дроздова. Сегодня мы говорим на вебинаре по продукции об основных фокусах каталога номер 2. Если вы обратили внимание, то второй каталог очень интересный. Во-первых, он не имеет задней обложки. У него две обложки и обе главные. И мало того, он с двух сторон имеет важные ключевые продукты, ключевые страницы. Только с одной стороны это женские ключевые продукты, а с другой стороны это мужские. Почему мы сделали именно второй каталог таким? Потому что второй каталог – это возможность встретить и отпраздновать День всех влюбленных 14 февраля. И для того, чтобы вашим мужчинам было удобно ориентироваться в женском журнале, специально отвели отдельно мужские странички для того, чтобы можно было ему посмотреть те подарки, которые были бы привлекательны. Ну и говоря о 14 февраля, о Дне всех влюбленных, скажу, что на самом деле в Украине этот праздник только набирает свою популярность. Почему? Потому что во время советских времен этого праздника никто не знал, ну а по всему миру он известен давно-давно. Веками его отмечают, например, в Европе. И говоря о том, когда он появился, хотелось бы напомнить историю Древнего Рима, историю, когда император Клавдий II был сильно огорчен тем, что его легионеры не хотели служить в армии, потому как все были, ну, все думали о том, как завести семью, как жениться, и мысли занимали только семья. Поэтому Клавдий II издал указ о том, что легионерам запрещено жениться, для того, чтобы усилить свою армию и усилить свои границы. Но, тем не менее, молодые юноши нашли возможность узаконивать или, как сказать, заключать браки благодаря одному священнику по имени Валентин. Именно Валентин тайно женил легионеров с их возлюбленными, тайно создавал семьи, и когда Клавдий II об этом узнал, он, конечно же, посадил Валентина в тюрьму. Но Валентин и в тюрьме отличился, потому что там зародилась любовь священника и дочери тюремщика. И перед самой казнью Валентин написал ей прощальное любовное письмо и подписался «Твой Валентин». Вот с того времени и празднуется, в принципе, День Святого Валентина. С того времени валентинки в форме сердечек разлетаются по всему миру для того, чтобы передать слова любви или просто самой формой этой валентинки признаться в любви человеку, которому мы неравнодушны. Такая история легла в основу создания нашего второго каталога. Почему? Потому что это возможность делать подарки друг другу, это возможность выбирать подарки себе, это возможность проявить любовь не только к друг другу, но и проявить любовь к себе, к своим родным и к своим близким. Ведь валентинки сегодня дарят не только возлюбленным, а валентинки дарят лучшим подругам, любимым коллегам и так далее. Поэтому у нас с вами есть огромное количество предложений в каталоге, и мы с вами начинаем его листать.
Сразу напомню о том, что в каталоге есть продукты, которые мы используем для привлечения внимания. Что это такое? Это активность. Активность не только наших консультантов, но и активность наших структур, и активность наших клиентов. Почему? Потому что... Но навряд ли мы когда-нибудь можем еще увидеть по самым привлекательным ценам колготки и чулки, да, драйверы текущего каталога. Где вы видели чулки по цене 119 гривен? Скажите мне, я тоже туда схожу. Действительно, почему? Потому что сегодня чулки продаются не менее чем за 150-200 гривен, и это достаточно серьезно, и колготки за 69 мало где найдешь, поэтому на самом деле эти драйверы каталога очень-очень привлекательны. Мы для привлечения внимания наших клиентов, активных консультантов, могу сказать о том, что здесь есть второй драйвер каталога, это набор «Экстрим», это новинка непосредственно для наших мужчин в уходе за телом, и, конечно же, это разворот каталога, туши, две туши бренда декоративной косметики «Giordani Gold». На чем мы можем заработать? Мы всегда зарабатываем на главных продуктах, на новинках, на высокобальных продуктах, которые нам дают не только отличный рост продаж, но и хорошую маржу и возможность заработать и отличные большие баллы бонуса. Поэтому очень важно обратить внимание, что есть и активность, и есть деньги. Поэтому на этих страничках мы об этом и будем говорить. Итак, как обычно строится наш каталог? Есть супер предложение в начале каталога, есть супер предложение в конце каталога, есть драйверы каталога, есть главные продукты. И об этом, обо всем мы будем сегодня говорить. Предлагаю вашему вниманию новинки, парные ароматы Базе The Secret, и отдельно для мужчин, и отдельно для женщин. И напомню о том, что на самом деле ароматы играют очень важную роль как у женщин, так и мужчин. Вы думаете, есть любовь с первого взгляда? Неправда. Есть любовь с первого нюха, есть любовь с первого вздоха. Мы друг друга выбираем по запаху. И согласитесь, если вдруг нам не будет нравиться запах нашего партнера, запах его тела, мы не сможем быть с этим человеком вместе, мы не сможем жить с ним рядом. Поэтому возможность усилить восприятие от пары, усилить привлечение друг к другу, подарят нам вот такие вот новые продукты, новые ароматы. Давайте поговорим о каждом из них. Итак, парфюмерная вода, женская парфюмерная вода Paze The Secret. Скажу, что здесь уникальная женственная такая вот композиция, которая имеет замечательный аккорд золотого яблока и вообще все, что связано с богиней Идун. И вот легенду хочу вам рассказать о том, что на самом деле Идун – это богиня весны и хранительница вечной молодости у богов. Тем более, что эта молодость была заключена в золотые яблоки и хранилась у богини Идун в особом золотом ларце. Причем, сколько бы она яблок не раздавала богам, всегда в ларце яблоки пополнялись. Так вот, важно понимать, что она их хранила только для богов. Она давала возможность только богам оставаться молодыми, оставаться сильными, и это тоже очень-очень важный фактор. И благодаря этому аккорду золотых яблок боги, во-первых, долго жили, а все остальные смертные старели и умирали, и во-вторых, это легло в основу такой красивой ауры. Скажите, как вы думаете, как можно запечатлеть золотое яблоко в сердце аромата? На самом деле, парфюмер Фабрис Пеллегрин, который создавал женский аромат Paze The Secret, он заключил звучание яблока вместе с лепестками желтой орхидеи. И именно в его воображении появилось вот это вот звучание золотого яблока. Ну, а если посмотреть на то, что легло в основу
мужского аромата, то здесь в данном случае скажу, что для мужчины, ну вот в моем понимании, мужчина это сила, мужчина это мужество, мужчина это страсть, мужчина могущ. Я бы назвала даже всемогущ, он может абсолютно все. И поэтому в основу мужского аромата легла легенда о боге Торе, всемогущем Торе. Это бог грома, бог молний, штормов. И его неиссякаемая сила, этого бога Тора, дает возможность быть, ну, скажем, запечатлеть ароматом блеск молний, увидеть уникальную ледяную свежесть, которая лежит в основе композиции. И говоря об этом аромате Possess the Secret Man, здесь парфюмеры специально заключили особую ноту, она называется молекула свежести, которая передает непосредственно ледяной аккорд. И что собой представляют эти ароматы? С одной стороны, женский аромат – это олицетворение нежности, женственности, молодости, вечной весны, харизмы, теплых жарких стран, легких одежд. С другой стороны, мужской аромат – это свежесть, это холод, это ледяной аккорд, это сила, это скорость, это все мужчина. И вот такие вот два разных аромата в этом парном аромате дают непосредственно красивое, уникальное третье звучание от пары. Поэтому, делая подарок своим любимым, помните, эти ароматы должны находиться в паре. И тогда от вас будет исходить третий аромат, абсолютно не похожий ни на мужской, абсолютно не похожий на женский. И я добавлю, что это не просто новинки, а это возможность приобрести нам эти ароматы с 50% скидкой, друзья мои, в полцены, при единовременном заказе на 190 гривен из этого каталога. Это важный момент, на это стоит обратить внимание. Ну а мы с вами идем дальше, продолжаем листать страницы, и вот она, страница 5, которая нам так интересна, это то суперпредложение, которое дает возможность активность нашим консультантам. Ну что здесь я могу сказать? Вот такие вот мелкие, маленькие подарочки очень любят наши клиенты, и это действительно активность, поэтому обратите внимание на то, что есть в форме сердечка такая особая интересная мочалка, что есть набор, который называется макарун, это вот те вкусные сладкие такие вот пирожные, которые вы видите сейчас на слайде, и прямо аромат пионов и вот аромат этих пирожных, ну, дарят просто вот сумасшедшую радость, поэтому не забывайте о том, что это наборы в виде крема, в виде мыла, которые можно подарить и вот таким вот форматом сделать, создать приятное настроение, приятное впечатление от знакомства с нашей продукцией. Это, конечно же, активности наших консультантов. Листаем с вами наш каталог дальше, и вот он, встречайте, драйвер каталога. Я уже говорила о том, что, ну, очень редко, как минимум где-то раз в год, а то и раз в два года мы можем на страницах каталога увидеть непосредственно такие продукты. Причем продукты, которые имеют очень привлекательные предложения. Чулки за 119 гривен, колготки за 69 гривен при единовременном заказе на определенную сумму из этого каталога. Так вот, могу вам точно сказать, даже не сказать, спросить, как вы думаете? Напишите мне, пожалуйста, в чате одним или двумя словами. Зачем женщине колготки или чулки? Напишите, пожалуйста. У вас есть ровно одна минутка. Зачем женщине колготки или чулки? Для соблазна. Вариант. И одежда, и аксессуар. Согласна. Для красоты. Еще кто-то что-то пишет.
Подождем еще один вариант для сексуальности. Да, я согласна с вами. Если мы думаем о колготках и чулках, мы сразу с вами понимаем, что это возможность облачить такую красивую оболочку свои стройные красивые ножки. Это одна версия. Вторая для того, чтобы быть более привлекательной. И в сексуальном плане тоже. Это вторая версия. Третье – это чтобы было тепло. Согласитесь, мы иногда колготки носим для того, чтобы не ходить и не светить синими ножками, особенно весной. И это тоже правильно. Поэтому на самом деле вариантов ответов действительно очень много. Но на самом деле все мужчины, абсолютно все считают, что и колготки, и чулки делают вот просто мега привлекательной женщину, создают красивое такое вот романтическое настроение и будоражит воображение мужское, когда он видит вот такие вот красивые ножки. Это фантазийные колготки или фантазийные чулки на самом деле роли не играют. Причем носить их мы можем абсолютно сами, никому не рассказывая, что мы сегодня в чулках, под деловой костюм. Это действительно смотрится очень здорово, ну и мы знаем, что это очень-очень сексуально. Если говорить о чулках, то они представлены в формате плотности 40 ден в двух размерах. Один размер SM, второй ML. И описывать их, ну, могу сказать о том, что они шелковистые. Они имеют широкую кружевную резинку, что на этой резинке силиконовая основа, которая обеспечивает удобное ношение. То есть за счет тепла ноги силиконовая основа прикрепляется к ноге, и чулки не скатываются, не сползают. Это очень-очень важно. Мало того, на чулках носочек укреплен вот этот вот мыс чулков, он достаточно плотен и укреплен. Дизайн колготок, качество колготок итальянское, и колготки, вернее чулки, представлены в черном цвете. Если мы говорим о колготках, которые, прошу прощения, которые сегодня являются драйвером каталога, то это колготки тоже имеют плотность 40 ден, представлены два размера, тройка и четверка, поэтому, к сожалению, слишком маленьким и слишком худеньким, но будет немножечко сложно, и тогда они могут обратить внимание на чулки. Это колготки, которые имеют такую вот кружевные трусики, бикини, вот хлопковая ластовица, ну и опять-таки в черном цвете они представлены. Скажу, что это, во-первых, большая редкость, а во-вторых, это огромное желание каждой женщине на страницах каталога приобрести такие колготки или такие чулки. Поэтому собрать заказ на 425 гривен несложно. Почему? Потому что это как раз период Дня Святого Валентина, это подарки, это возможность дарить праздники. Я уверена, что День влюбленных мы будем с вами отмечать, вот мы на работе отмечаем. И я вам скажу по секрету, киевский офис 14 февраля должен прийти вообще Total Red Look, то есть абсолютно красный образ, Total Red Look. Вот абсолютно все в красном, то есть красный цвет – это цвет страсти, это цвет огня, цвет пламени. В каком виде вы запланируете свои мероприятия 14 февраля, неизвестно, но тем не менее, это возможность еще раз повысить продажи и рассказать нашим знакомым о том, что на страницах каталога есть и колготки, и чулки. Это очень-очень важно. Что еще дарит нам активность? Могу сказать, что давным-давно такого на страницах каталога не было. Если вот вы сейчас откроете каталог на 10-й странице, то здесь вот прям такой вот гид по тональным средствам. То есть есть первый шаг. Как подобрать тональное средство? То есть для того, чтобы его правильно подобрать, нужно сделать как минимум два шага. Первое – это определить свои потребности, что ты хочешь, какой твой тип кожи, что ты хочешь, чтобы было у средства, например, наличие фактора SPF или, например, какая должна быть плотность покрытия. И второй очень важный шаг – это определить свой цвет кожи, цветовой тип. Почему? Потому что, как минимум три ты должна знать – светлый,
сильно светлые, прям светлокожие, это когда кожа практически не загорает. Отдельно светлый тон, когда кожа загорает, и смуглый тон. И уже исходя из этих потребностей выбирать косметические средства. Я могу точно сказать о том, что у нас есть замечательный продукт, и сейчас вот у нас такие вот красивые акции, да, покупая два продукта с определенных страниц, ты их можешь приобрести 60% скидкой. Друзья мои, как мне купить базу под макияж? Ну вот ответьте мне, если это основа основ макияжа, если это очень-очень важно, почему? Потому что это моментальная коррекция не только тона лица, но и рельефа кожи. Вы хотите, чтобы на коже было меньше морщин и тональная основа легла ровнее, это база под макияж The One. Это сияние кожи, это то, что сегодня в моде. Вот в моде, в тренде сияющая кожа. И поэтому очень важно, чтобы вы обратили внимание на то, что действительно, база под макияж решает такие вопросы. Во-первых, прикрепляет макияж в декоративную косметику или тональную основу. Во-вторых, база под макияж делает очень важную вещь, какую? Она выравнивает поверхность лица. И третье, она дарит сияние кожи. И поэтому это очень-очень важный момент, когда мы говорим о том, что мы можем рекомендовать. Второй продукт, который представлен на этих страницах, это увлажняющая тональная основа The One Aqua Boost. Здесь могу точно сказать, что это невесомая текстура, невесомая, легчайшая. Но у нее есть свои технологии. То есть первое, на что бы я обратила внимание, это то, что она содержит солнцезащитный фактор SPF 20. Это немаловажно, это очень хорошо. Второе, она содержит комплекс Natural Glacier Water Active. Ну, скажем так, она содержит молекулы ледниковой воды. Это максимальное увлажнение, это максимальная активация клеточек в коже. Ну и еще одна технология Gale Technology, которая дает возможность максимально комфортно распределяться по коже лица и обеспечивать достаточно равномерное покрытие. Что такая тональная основа нам обещает и гарантирует? Во-первых, она на основе ледниковой воды дарит коже свежесть, увлажнение, сияние. Ну а говоря об увлажнении, то до 8 часов. Ну и второе, это та мягкая, нежная кремовая текстура, которая насыщенная, наполнена формула тонального средства, она действительно обеспечивает достаточно хорошее покрытие. И это тоже еще один очень-очень важный шаг. Пойдемте с вами дальше знакомиться с тональными основами, и мы продолжаем говорить об активности наших консультантов. Почему? Потому что любые два продукта со страниц, они обеспечивают, дают нам возможность приобрести 60% скидкой. Вот если мы с прошлого слайда могли с вами, вот я сейчас опять вернусь, могли точно спросить, для кого такая тональная основа, вот для кого она? Могу отметить, что тональная основа, увлажняющая тональная основа The One Aqua Boost, я могу ее смело, смогла бы смело ее предложить для нормальной сухого типа кожи, потому что она максимально хорошо увлажняет. Ну а мы переходим к следующим тональным основам, и здесь стойкая тональная основа The One Everlasting, у нее такая вот серенькая крышечка в стеклянный флакон, это идеальная стойкость покрытия, начиная с утра, заканчивая поздним вечером, она содержит улучшенную текстуру, улучшенную формулу, которая обеспечивает 25 часов стойкости, друзья мои, больше чем сутки. 25 часов стойкости и защиту от стирания. Тональная основа легкая по текстуре, она содержит такую вот технологию Fresh Fix, которая создает на поверхности кожи как бы маленькую тоненькую микропленку, вот, и фиксирует нашу кожу от обезвоживания, то есть эта микропленка защищает кожу от потери влаги, это очень-очень важно. Ну и второе, это особый комплекс Skin Renew, который обеспечивает не только увлажнение, но и омоложение, и обновление на клеточном уровне. Поэтому здесь что стоит обратить внимание?
конечно же, что скрывает все несовершенства кожи, что обеспечивает стойкость до 25 часов, что выравнивает тон, что не расплывается, не растекается, не смазывается, не остается на одежде, и все это тональная, стойкая тональная основа The One Everlasting. Кому бы я ее рекомендовала? Абсолютно всем. Почему? Потому что и в зимний период так, это очень важно, чтобы кожа не теряла влагу. Эта микропленка в такой тональной основе будет ее защищать. Давайте пойдем дальше. Итак, у нас есть еще один продукт. Это стойкая матирующая тональная основа с SPF 20, The One Matte Velvet. Говоря об этой тональной основе, скажу, что она имеет очень редкую консистенцию, редкую текстуру, вот, но достаточно плотное покрытие. Жидкая, очень быстро как бы кажется, что она бежит, но когда вы распределяете ее по лицу, она максимально комфортно заполняет абсолютно все неровности кожи и просто вот достаточно безупречно, я бы назвала, другого слова не нахожу, безупречно обеспечивает ровный тон, безупречный ровный тон. Абсолютно без жирного блеска. Почему? Потому что эту тональную основу мы рекомендуем для обладателей жирного и комбинированного типа кожи. Она содержит технологию Anti-Shine, которая защищает поверхность лица от выделения кожного сала. Вот, и не отягощает макияж. И мало того, содержит степень защиты 20. На это тоже стоит обратить внимание. Следующий продукт – это многофункциональный BB-крем The One. Скажу, что это любимый крем, который имеет больше преимуществ. То есть у него так 8 функций в одном, для того, чтобы создать идеальный образ в одном средстве. Итак, он выравнивает и корректирует тон лица, он разглаживает, увлажняет. Он улучшает цвет лица, придает коже свежий молодой вид, делает поры менее заметными, и содержится он защитный фактор SPF 30, защищающий кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Это очень-очень важно. Ну и корректор, еще один продукт, который тоже на него стоит обратить внимание, корректор, который помогает скрыть не только несовершенство кожи на поверхности нашего лица, но и он идеален для кожи вокруг глаз, он скрывает припухлости под глазами, он скрывает темные круги, пигментные пятнышки, морщинки, то есть абсолютно все разные несовершенства кожи и содержит технологию, которая светоотражает, то есть визуально выравнивает тон, наполняет кожу сиянием. Это очень-очень важно для того, чтобы использовать эти продукты. Замечательная акция. Два продукта выбираете из этих страниц, и у вас есть возможность их купить 60% скидкой. Уже на это стоит обращать внимание, тем более, что если мы уже говорим с вами о февральском каталоге, то не успеем глазом моргнуть, как скоро уже будет весна. То есть все в этой жизни очень-очень быстро. Ну а мы с вами идем дальше, и вот они, суперпредложения о каталоге, которые есть в начале каталога, которые есть в середине каталога, но я, на что бы я обратила внимание? На то, что ароматы с большими скидками, причем любимые ароматы. На самом деле, все мы с вами знаем, что мужчина женщину воспринимает как? Он ее воспринимает глазами, да, то есть он ее пока не сфотографирует, он ее не пропустит. Ну а женщина мужчину чем воспринимает, какими органами? Ушами, правильно. Почему? Потому что женщина любит, когда ей мужчина что-нибудь рассказывает. И на самом деле это правильно, но есть одно маленькое но, потому что есть научные исследования в этой области, которые сказали одно очень важный факт, вернее, определили очень важный факт, что мужчины и женщины, они не только фотографируют глазами или определяют своего потенциального партнера по жизни ушами, но и они еще и друг друга слышат, да, они друг друга слышат по запаху. Вот не зря я в начале нашего вебинара об этом говорила. Но я еще могу определить, наверное, сказать или поделиться с вами одной историей, или одной легендой, или одним философским таким
философскими исследованиями древнегреческий философ Платон в своем диалоге Пира описал, что когда-то на Земле жили особые существа, они назывались андрогины, и включали в себе они мужское и женское начало. Походили андрогины от Луны и имели необычайную силу. И однажды их сила достигла такого апогея, что они посягнули на власть богов. И тогда разгневанный Зевс спустил свои огненные стрелы в этих существ, в андрогинов, и стрелы разделили. И теперь по земле ходит отдельно женская половинка, отдельно ходит по земле мужская половинка, и когда они друг друга встречают, то получается любовь. Вот так вот говорят об ароматах, о том, что мы друг друга слышим по запаху, и влюбляемся мы друг друга по запаху. И на самом деле скажу, что сегодня очень важно, чтобы был аромат с нами. Это совершенно во-первых, орган восприятия, во-вторых, отдельное позиционирование, в-третьих, это отдельное утверждение себя как личности. Это очень-очень важно. Как вы думаете, сейчас на слайде вы видите ароматы, боже мой, Love Potion, The Secret. Мы видим с вами ароматы Eclat Weekend. Мы с вами видим аромат, один из самых недорогих, но самых востребованных. Это у нас The Sparkling Paris, по-моему, да? 90-я страница, сейчас вот специально открою. Да, это туалетная вода Sparkling Paris. Ну что, как вы думаете, что их объединяет, эти три аромата? Кроме скидок, друзья мои, кроме скидок, напишите, пожалуйста. Угу. Ну, Париж как вариант. Хорошо, пишите, да, что они красиво звучат, женственность и утонченность, это все правда. Друзья мои, их объединяет наличие афродизиаков, которые привлекают к себе противоположный пол. Вот их это объединяет. В каждом аромате есть свои афродизиаки, которые привлекают противоположные полы. Если говорить о парфюмерной воде Love Potion Secret, то скажу, что она относится к категории самых чувственных ароматов, потому что она здесь себе подчеркивает вот такую женскую силу, вот от которой у мужчины будет просто кружиться голова. И если говорить об этом аромате, то на самом деле его и звучание такое ванильное, фруктовое, восточное, но если посмотреть на то, какие здесь афродизиаки, то все, что есть белое, это и белые цветы, и белая клубника, и белый шоколад – это вот основа афродизиаков данного аромата. Какая женщина, ну вот обладательница аромата Love Potion Secret? Вот я сейчас ее вам опишу, мы с вами постараемся ее представить, я уверена, что вы уже знаете, кому делать такие подарки. Итак, если женщина в стиле Love Potion Secret, то она прежде всего сексуальна, это очень важно. Ей нравится быть желанной, притягательной. С одной стороны, она вроде как и независимая и дерзкая, да, но с другой стороны, она безумно домашняя и любит новые приключения, но только вместе со своей семьей. И очень важная новость, что аромат Love Potion Secret – это предложение со скидкой 60%. Это возможность заработать и получить хорошие баллы бонуса во втором каталоге. Переходим к следующему аромату. Это аромат Eclat Weekend. И говоря об этом аромате, ну, что, наверное, очень важно, чтобы мы могли добавить, говоря о нем, о том, что это, ну, интересный, яркий, достаточно
ну вот достаточно романтичный аромат. И аромат Eclat Weekend – это тот аромат, который мы можем себе представить достаточно успешную женщину на отдыхе, когда у нее есть свой кабриолет, когда у нее есть замечательная широкополая шляпа, которая будет ее защищать от солнца, она будет путешествовать и кататься по югу Италии для того, чтобы просто отдыхать и получать огромное удовольствие. То есть это красивый женский парфюм с такими яркими афродизиаками, как мускус, как белая фрезия. И в данном случае скажу, что это тот аромат, туалетная вода Eclat Femme Weekend, которая, в принципе, дает возможность нам просто нанести его на себя и отправиться в какое-нибудь любое путешествие. Ну и третий парфюм, и, кстати, Eclat Femme Weekend с 50% скидкой. И третий парфюм – это туалетная вода Spartan Paris. Здесь скажу, что здесь вот прямо соблазнительные, волнующие ноты и ветивер, и аккорды шампанского, причем вот ветивер является афродизиаком. Это вот возможность нам с вами не только блистать, сиять, давать мужчинам повод быть пьяными от нашего аромата. Почему? Потому что здесь вот есть компоненты, аккорды шампанского. И поэтому все эти ароматы, они не просто передают дух Франции, они передают самую сексуальную, соблазнительную, женственную, красивую женщину. Ну, а мы с вами переходим дальше, главные продукты. Вот здесь вот важно отметить, что эти главные продукты, на которые мы обращаем ваше внимание, это те продукты, которые сегодня представлены, во-первых, со скидкой, а во-вторых, они безумно важны непосредственно в уходе за кожей. И сейчас мы с вами будем говорить о сыворотках. Причем сыворотки из коллекции Optimals, ну и что здесь можно добавить? Напомню, что согласно всем всевозможным исследованиям, да, 90% женщин хотят после ухода за кожей получать сразу же видимый и максимальный визуальный эффект. Вот. Особенно если впереди вдруг какое-то торжественное событие, или надо выглядеть просто безупречно или хорошо. Тогда, ну, не всегда продукты для постоянного ухода могут дать нам такую возможность получить сразу результат. Поэтому в прошлом веке, в 90-х годах прошлого века на рынок косметологии, вот в индустрии красоты, вышли на подиум сыворотки. Сыворотка, ее английское название серум, это продукт, который имеет высокое содержание всевозможных полезных компонентов. Это вот прям концентрат полезных активных компонентов. И благодаря тому, что у нее легкая текстура, она максимально быстро впитывается в кожу, достаточно даже в самые глубокие слои, дает быстрый эффект, как бы такое быстрое реагирование для любого базового ухода. То есть если вы хотите выглядеть безупречно и красиво, обязательно используйте сыворотки. Но еще есть одни очень важные такие моменты. Английские ученые, они говорят очень важную вещь, что если вы хотите выглядеть на 7 лет моложе от своего реального возраста, пожалуйста, включите в свой уход обязательно сыворотки. Ну и первый продукт – это сыворотка из коллекции Age Revive, из коллекции антивозрастной коллекции Optimals Age Revive. Скажу, что это сыворотка, которая борется с возрастными изменениями кожи. Она способствует сокращению морщин, она наполняет клетки кожи влагой, она визуально уменьшает поры, она дарит коже красивое здоровое сияние. Эта сыворотка
H. Revive, она содержит гиалуроновую кислоту и комплекс из натуральных растительных компонентов на основе шведских растений. Это и белая береза, и красная смородина, и ежевика. Это очень-очень важно для того, чтобы максимально комфортно ухаживать за кожей для любого возраста после 35, имеющего уже какие-то процессы старения в коже. И вторая сыворотка, сыворотка против пигментации, Optimals Even Out, которая содержит осветляющий комплекс Lumilight, вот, сокращает, уменьшает пигментацию, выравнивает тон кожи, дарит коже сияние благодаря особым светоотражающим микрочастичкам. Вот. И скажу, что здесь целый комплекс растительных компонентов. Это и таволга трехлистная, и бузина, и календула, и черешня. И все они обладают важными моментами. Кроме антиоксидантной защиты, защиты кожи от повреждений, еще и восстанавливают кожу. То есть обновляют или стимулируют клеточное обновление. И это очень-очень важно для ухода. Поэтому, друзья мои, хотите выглядеть на 7 лет моложе, обязательно включите в свой уход сыворотку, если вдруг кто не помнит, что это обязательный третий шаг, как утром, так и вечером. Ну а мы с вами продолжаем идти дальше, вот уже в каталоге мы на 101 странице, и здесь важно обратить внимание на бренд Giordani Gold, декоративная косметика и губная помада «Золотой соблазн». Помада здесь 60% скидкой, это тоже один из немаловажных факторов, и скажу, что на самом деле мы с вами прекрасно знаем, что декоративная косметика Giordani Gold это не просто комфорт, но это с одной стороны комфорт, и с другой стороны роскошь, роскошь от богатства текстуры, роскошь от формы или дизайна упаковки. Сегодня эта помада на страницах второго каталога представлена 60% скидкой, это баллы бонусы. Бонусы – это деньги, которые могут принести эти продукты непосредственно вам в структуры, вам как заработок. Помада сама по себе, она мягкая, такая шелковистая, как кашемир. И скажу, что она заключена вот не зря в такой красивый золотой вот многогранный такой вот футляр, который создал дизайнер Элен Куртен де Лаланд. Вот, это настоящее произведение искусства, начиная от дизайна упаковки и заканчивая с самой текстурой помады, которую вообще абсолютно не стыдно достать из сумочки, потому что помада имеет плотное покрытие и очень мягкую текстуру. И сочетает в себе совершенно разные оттенки, начиная от пастельных, заканчивая насыщенными, глубокими, яркими. Итак, еще один важный момент, это то, что ухаживает за кожей губ, это масло семян шиповника, которое вот содержит высокий уровень жирных кислот, а также витамин С, который максимально защищает, а с другой стороны максимально увлажняет губы. И триглицерид, который быстро впитывается и помогает уменьшить сухость губ, то есть вот создает такую вот особую пленочку на губах, это тоже очень-очень важно, чтобы не потерять влагу. Я хочу вас познакомить еще с одним продуктом, который есть на страницах нашего каталога. Это наборы. Вот здесь вот все представлено в наборах. Путешествуйте куда хотите. Берите с собой гель для душа, мыло. И это активность на странице 139 с большими скидками. Любой набор за 63 гривни. Любой набор гель для душа и мыла – это то, на что стоит обратить внимание ваших спящих консультантов либо ваших клиентов. Не всегда очень нравится один момент, когда спрашиваешь у консультанта, ну вот чем ты моешься, он говорит, я моюсь гелем для душа, а где ты его берешь? А человек его не берет в компании Oriflame. Так вот вопрос, почему? Возможно, где-то он может быть дорогим, а возможно, он просто не знает этого предложения, потому что он уже три каталожных периода не видел наш каталог. Поэтому обязательно позвоните, потому что сегодня мыло дешевле, чем 20 гривен, нигде не купишь. Сегодня гель для душа дешевле, чем 50-60 гривен, нигде не купишь. А здесь набор за 63 гривни, это отличная альтернатива. Никуда не нужно уходить, нигде не нужно мерзнуть, не нужно хлопать дверьми, а просто заказать, не выходя из дома, потом забрать в самом ближайшем офисе.
Это очень-очень важный момент, на который хотела бы обратить внимание. Далее, на странице 140-141 у нас огромное суперпредложение, это активность, это возможность подчеркнуть наших мужчин или их звучание, их дивных ароматов благодаря нашим дезикам. Почему? Потому что дезодоранты, вот самое важное, спреи-дезодоранты, и дезодоранты, спрей-дезодорант, антиперспиранты, роликовый дезодорант – это, ну, один из самых интересных моментов, на которые я бы обратила ваше внимание. Почему? Потому что это не просто защита от пота или тот красивый, любимый парфюм, которым наполнен сам дезодорант, а это прежде всего уверенность в себе. Если мы с вами хотим увидеть нашего мужчину уверенным в себе, то однозначно должно быть единой парфюмерной линейки дезик, дезодорант и туалетная вода. Это очень-очень важно. Поэтому в канун 14 февраля обязательно обращайте внимание непосредственно на такие вот возможности комплектовать заказы согласно ароматам и дезодорантам. Это важный момент. Ну, а мы с вами продолжаем дальше листать наши каталоги. И вот здесь вот мужские прямо наборы. Где-то есть туалетная вода вместе с дезодорантом, а где-то есть просто туалетные воды, но здесь везде самые-самые большие скидки. Итак, мужские наборы нам всегда приносят деньги. И тут уже как, и вообще мужские ароматы всегда нам приносят деньги. И тут уже как ни крути, но быть стильным, модным, успешным, драйвовым, быстрым, энергичным, эффективным помогают мужчине только ароматы. Поэтому обязательно обратите на это внимание. Ароматы с 8, скидка 60%. Аромат Flamboyant Privé, скидка 45%. Любимый аромат Excite by Dima Bilan, скидка 50%. Ароматы Giordani Gold Note 55%. Глейши всего за 199 гривен, скидка 70%. То есть здесь, ну вот здесь есть на что обратить внимание. И только нам с вами, милые дамы, решать, как выглядеть нашим мужчинам. Как им себя чувствовать, уверенными или не очень, успешными или не очень. Это важный момент, и я на это делаю важный акцент. Но мы с вами продолжаем дальше, мы переходим к главным продуктам непосредственно мужской части каталога, а это комплексный уход за мужской кожей. И здесь мне очень сильно прям хочется с вами поговорить о том, что глубинные исследования показали, что на мужской коже в принципе признаки старения с одной стороны начинают проявляться позже, чем у женщин, но с другой стороны эти признаки старения становятся моментально видимыми и явными. И первое, что видно, это мужская кожа становится уставшей, потом сразу появляются глубокие морщины, ну а потом все остальные спецэффекты на лице. Так вот, важно отметить, что сегодня бренд Novage уже как второй каталог, но во втором каталоге официальный запуск серии Novage Men разработала специально для мужской кожи уникальный продукт, уникальный комплексный уход, который гарантирует простоту, быстроту, успех и эффект. Формула основана на особых компонентах, то есть с одной стороны это стволовые клетки кофейного дерева, а с другой стороны это экстракты баобаба, это усиленные другими компонентами, ну, такими как кинго, растительный комплекс, или, например, японский уголь, куда который входит в очищающее средство. То есть для чего? Для того, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно, не тратил много времени, это легкая, быстрая, простая навигация. И что обеспечивает или что гарантирует нам такой комплексный уход? Прежде всего, не гарантирует, что мужская кожа будет выглядеть отдохнувшей, с меньшими морщинами, более яркой, более сияющей. Это то, что очень-очень важно. И самое важное – это те 3-4 шага, которые здесь представлены. Шаг первый – очищение. Для этого у нас есть средство для умывания и скраб 2 в 1, которым рекомендовано пользоваться как утром, так и вечером. Шаг второй – это тонизирующий гель для век.
Почему? Потому что очень важно, чтобы у нашего мужчины было не только хорошее зрение, но и достаточно яркие глаза. А потому как уставший вид, ну, вот, придает и работа за компьютером, и работа за рулем, это все уставший вид. И поэтому давайте поможем нашим мужчинам быть более зоркими, быть более отдохнувшими вместе с тонизирующим гелем для век. У него есть особая фишка, это металлический аппликатор, который обладает таким вот охлаждающим эффектом и сразу открывает глаза, убирает темные круги, припухлости под глазами. Это очень важно. Шаг третий – это увлажняющая энергосыворотка. Говоря об этой энергосыворотке, ну, здесь сразу все понятно. С одной стороны, сыворотка, и мы с вами знаем, что это вообще комплекс активных компонентов. А с другой стороны, это энергия. Энергия мужской кожи, тонус, плотность, сияние, здоровье, меньше морщин – это увлажняющая энергосыворотка. И четвертый продукт – это увлажняющий крем-гель против признаков старения мужской кожи, который можно использовать как утром, так и вечером. Это тот продукт, который завершает уход, во-первых, во-вторых, максимально увлажняет кожу, и я могу сказать, что достаточно очень-очень быстро впитывается. Это важные моменты. Ну, а как ухаживать за кожей? Вообще, чуть-чуть больше про серию Novage Men я предлагаю нам с вами посмотреть небольшой ролик. Попробуем, как он у нас тут загрузился, наш ролик. Или загрузился он вообще? Тоже интересный момент. Давайте не будем тратить наше с вами дорогое время. Почему? Потому что я не вижу, что он мне загрузился. Скорее всего, мне придется с этим роликом вместе с вами поделиться. Вот, а вы его, наверное, уже загрузите потом и сами посмотрите. Это как стилист стран СНГ Роман Белоснежный использовал на себе серию Novage Men и его комментарии, его результаты и, в принципе, его внешность все об этом говорят. Я хотела бы вам напомнить о том, что у нас есть во втором каталоге вообще беспрецедентная акция. Вот тут точно акция или конкурс, да? Почему? Потому что есть три важных шага, которые нужно, в принципе, сделать. А нет, два шага нужно сделать, и у тебя есть шанс получить два айфона для влюбленной пары. Не просто айфоны, а iPhone X. И могу сказать точно, я не знаю, как где в другом городе, но вот недавно я заходила в Цитрус, и iPhone X там стоит 36 999 гривен. Поэтому на самом деле, если я у вас спрошу, поставьте плюсик, кто хочет для себя и своего любимого по iPhone X, мне будет просто интересно, потому что как раз на этом слайде информация именно для вас. Так, пока вижу только одну желающую для себя, вторая появилась желающая. Кто же у нас еще хочет получить iPhone X? Так, третья. Хорошая тема. Отлично, друзья мои, вы пишите, потому что для того, чтобы получить iPhone, нужно просто открыть каталог на шестой странице. И вы увидите, что здесь есть первый шаг. Закажи любой продукт серии Novage Men, любой продукт или весь комплексный уход. То есть выбор остается за вами. Дальше, сделай фотографию, совместное фото. И выложи в Инстаграм с хэштегом NovageMan.ua. В Инстаграм, девочки, в Инстаграм. Нет, это не тот конкурс. Это конкурс каталога, мы сейчас говорим о втором каталоге, о которой первые пять уже получают. Они получают набор, Светлана, и это итоги первого каталога. В первом каталоге будет. А вот третий шаг, у вас есть шанс для себя и для своего любимого получить по iPhone X. Как этот шанс
дается. Согласно условиям, самые привлекательные, интересные фото с хэштегом будут оцениваться. Вот если вы поставили хэштег, то наши жюри в виде топ-менеджмента компании будут оценивать, отслеживать, смотреть фотографии, читать посты в Инстаграм. Вы знаете, что много постов вы там не напишете, но тем не менее. Будут смотреть количество комментариев. Это очень-очень важно. И поэтому разместите в Инстаграм привлекательную фотку с этим продуктом, со своей любимой, с хэштегом NovageMan.ua, и у вас есть однозначно шанс выиграть iPhone X, вообще ничего не делая, потому что приобрести один продукт или комплексный уход, я понимаю, что это того стоит. Я тоже хочу iPhone X, и очень хотела бы на данный момент вот в таком формате играть. Это два айфона для пары, это два смартфона для любящей пары. Это акция каталога, поэтому что там на Украину, это другие активности, я сейчас с вами разговариваю только о нашем каталоге. Еще один драйвер каталога, на который хочу обратить внимание, это набор, который можно приобрести 70% скидкой при единовременном заказе на определенную сумму из каталога, это 430 гривен. И скажу, что это набор Nord Extreme. Мы обновили нашу линейку уходовых средств для мужчин и повысили ее эффективность, то есть улучшили ее текстуры. Итак, что же сегодня Nord Extreme? Это совершенно новая серия. Это, во-первых, знакомый по упаковке, по удобности, по стилю дизайн, а во-вторых, это эффективные компоненты. Давайте посмотрим в ингредиентный состав. Почему? Потому что здесь сохранился комплекс Arctic Pro Defense на основе радиолы розового или золотого корня, вот, которая в принципе максимально защищает кожу мужскую от старения, защищает от преждевременного старения, от негативного воздействия солнечных лучей. Вот, и радиола розовая, кстати, это исследование было опубликовано. Вот, и еще очень важно, что серия усилена оксидом цинка, который, это минерал, который в принципе в косметологии исследуется давно и используется давно, но мы его сюда включили, почему? Потому что для мужской кожи он отлично хорош, как в уходе за лицом, за телом, так и за волосами, потому что всегда и лицо, и тело, и волосы у мужчины очень часто жирные, а это такое вот подсушивающее и абсорбирующее действие непосредственно в уходе. Мужской набор Nord Extreme состоит из пены для бритья и средства для душа волос и умывания, кстати, здесь уже три в одном, и мыло Nord. И возможность приобрести эти три волшебных продукта за 169 гривен 70% скидкой, это просто ну, мега круто и мега здорово. И я, конечно же, продолжаю на этом акцентировать ваше внимание. Продолжая тему или завершая, долистывая наш каталог, я хотела бы вам показать еще, даже не просто долистывая, потому что у меня там есть еще одна очень важная информация для вас, я хотела бы вам еще и рассказать о том, что у нас за 119 гривен туши Джордани. Ну вот здесь, что могу сказать, регулярная цена туши около 400 гривен. Сегодня она будет во втором каталоге за 119 гривен при заказе любого продукта из каталога. То есть я так понимаю, что если я купила там, например, 3 мыла, то я могу спокойно себе купить 3 туши. Это, во-первых, здорово, во-вторых, здесь шикарные текстуры, здесь шикарный сам дизайн упаковки, это отличные подарки, потому что за вторым каталогом последует третий, а там уже 8 марта, и плюс это активность, и это очень-очень важно. Представляете, вы из косметички достаете, ну, не меньше, чем Dior, тушь Giordani Gold, и по такой привлекательной цене это очень-очень интересно. Но я хотела бы вам анонсировать сегодня еще одну новость. Я о ней, в принципе, уже говорила. Но сегодня я вам скажу о том, что приложение SkinExpert работает и доступно на сайте. Это тоже важная часть. Почему? Потому что SkinExpert – это ваша
ну, ваше вообще как бы удобство и коммуникации, и рекомендации тех, кто работает с наборами NovAge и предлагает их. Итак, где это приложение можно найти? Если вы вводите свой логин и пароль, то на страничке консультанта у вас вот здесь вот в новостях написано «Мобильное приложение SkinExpert». Вы видите, я красным кружочком обвела. Либо, если вы решили не смотреть его в новостях, то в разделе «Поддержка продаж». На этом же кусочке «Поддержка продаж». Дальше в «Поддержке продаж» вы видите мобильное приложение, и там, там вот все абсолютно приложения, в том числе и приложение SkinExpert. Я не захотела вам просто включать видео или просто рассказывать о нем. Я это приложение испытала сама на себе. Что я сделала? Итак, прежде всего я его загрузила. Есть ссылки для загруживания там же непосредственно на сайте Oriflame. Я загрузила это приложение, потом начала консультацию и тут же пальчиком в своем смартфоне расписалась в подтверждении соглашения персональных данных. Что было дальше? Дальше меня спросили, как вас зовут? Ну, я представилась, что меня зовут Надежда Дроздова. Меня спросили, какая ваша этническая принадлежность. Я им ответила, ну, практически европейская, нажав непосредственно на личико. Потом меня спросили, какой ваш тип кожи. Я нажала на кнопочку там, где написано комбинированное. Потом меня попросили загрузить фотографию максимально близко. Я думаю, что вам тоже максимально видно, какая я красавица сблизи на смартфоне. Я загрузила свою фотографию, вот, для того, чтобы было, пошли оценки. И у меня еще спросили, какой у меня возраст. Понятно, что я ответила, что у меня самый красивый возраст после 40. И вот тут вот есть я вверху, а есть внизу варианты. Варианты, как должна выглядеть кожа вокруг глаз в сравнении с образцом, как должен выглядеть контур губ, как должен выглядеть ваш лоб, а вы сами уже пальчиком регулируете, как должен выглядеть, ну вот в сравнении с образцом, как вы выглядите. Дальше шел вопрос о пигментации на коже и шел вопрос о контурах лица. То есть, насколько вот четкий или нечеткий контур. Это я тоже сделала. Следующее, мне предложили определить, насколько тусклое мое лицо. Ну, вот заглянув в зеркало, я вот так вот пальчиком продвинула, насколько тусклое мое лицо. Мне написали, что это нормально. И дальше посчитали мой возраст. При моем возрасте, возраст моей кожи выглядит все-таки на 5 лет моложе. Это одно. А второе, когда есть рекомендованные продукты. И в конце, после рекомендованных продуктов, а мне приложение SkinExpert посоветовало непосредственно серию NovAge Ultimate Lift, было написано «Отправить клиенту». И вот тут, вот, нажимая на кнопочку «Отправить клиенту», я набираю мобильный телефон, жму «Отправить», и мой клиент на свой email в виде сообщения, нет, на свой телефон в виде сообщения получает рекомендацию. Друзья мои, я могу вам точно сказать, что я это сделала не только с собой, я это сделала с теми моими коллегами, у которых не загрузилось приложение, потому что мы его пробовали, протестировали, я им всем отправила и так далее. Поэтому я хочу, чтобы вы не останавливались. Приложение SkinExpert работает. И причем большая такая удивительная особенность, что у женщин он работает достаточно правильно, немножко в минус, а у мужчин, к сожалению, немножко в плюс, но это отличный инструмент для работы, отличный инструмент для того, чтобы мы продвигали наши ключевые категории NovAge, для того, чтобы мы могли человеку сказать, что в принципе это не моя рекомендация, это рекомендация такого приложения, то есть здесь уже просто все установлено для того, чтобы тебе сказать, это даже не я тебе говорю, это говорит тебе наука, чем тебе пользоваться. И поэтому этим инструментом нужно использовать.
Нужно работать. Кстати, в Play Market я тоже вручную набирала скин эксперта Reflame. И все нормально появляется, все нормально загружается. Итак, друзья мои, второй каталог очень интересный. Но я хочу вам напомнить еще одну возможность того, что до конца первого каталога у нас еще осталось 3 полных дня. Сегодня в Телеграме я бросила еще 5 вариантов наборов. Все продукты со скидками. Мы бросили скрипты для телефонных звонков. Не бойтесь, звоните, предлагайте. Это последняя возможность в первом каталоге купить те продукты, которые есть и с этим предложением, и по этой цене. Поэтому обязательно используйте все возможности для того, чтобы поднять, повысить ваши личные продажи, ну или продажи ваших структур. Ну, а я сейчас хочу увидеть, какие вопросы вы мне писали. Может быть, за это время у меня сейчас появится ролик, а я в это время отвечу на те вопросы, которые вы мне писали. Итак, к восприятию фокусов. Тут вы мне ставили оценки. Вот, потом ароматы супер, чулки для красоты. Вот, теперь все после наших wellness-проектов могут носить. Так, вопрос клиента спрашивает, с какого возраста можно пользоваться этим комплексом. Я так понимаю, что речь идет о серии Novage Men. Я точно вам могу сказать, что этим комплексом для мужчины можно пользоваться в любом возрасте. Почему? Потому что крем и кожа, они как бы сканируют друг друга и ухаживают непосредственно тем особенностям и тем проблемам, какие есть. Уставший вид лица мужской кожи может быть совершенно в любом возрасте, и это очень-очень важно. Поэтому я не гарантирую, что это эффективно для подростков, но вот с возраста 25 почему нет? Пусть используют, даже если их кожа в этом возрасте еще молода, но все равно пусть пользуются. Что еще у нас, какие есть вопросы? А вот больше я как-то вопросов не увидела. Ага, вот по поводу просьбы загрузить вебинар. Подождите, вот сейчас я тут где-то это могу вам сделать. А, я должна вам поменять что-то на что-то. Вот, друзья мои, смотрите, перед вами, у вас, наверное, это тоже с правой стороны, внизу написано Novage Men и отдельно Дроздова 24.01.2018. Видите? И вот следующая стрелочка – это загрузить, видите, дискетку. Вот нажимаете на дискетку, это второй значок, вторая иконка между крестиком и стартом презентации, началом, да, загрузить презентацию или загрузить ролик. Скачивайте, используйте в своей работе, ну, конечно, сильно не светите там Дроздову в приложении SkinExpert. Было бы неплохо, если бы вы сами на себе это показали, вот, но… А видео тоже, я так понимаю, есть, оно у меня просто как-то не получилось. А вебинар самого, вернее, запись самого вебинара будет сегодня к концу дня. Вот, поэтому используйте, слушайте, подключайте людей, ну вот будет через час, как загрузит, мы же с вами на платформе ProofMe, вот как загрузит, так и будет. Все, друзья, хорошего дня, отличного завершения вам первого каталога. Звоните всем, листайте страницы и предлагайте то, чего уже по этим ценам и с такими скидками не будет. Все, хорошего дня, всех целую, люблю, бывайте.